Chihuahua. 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 Надя, я хочу поздравить тебя с твоим днем рождения и пожелать тебе всего самого-самого хорошего, самого наилучшего. И я очень благодарна Богу за то, что я знаю тебя, такого замечательного человека. И я очень рада была сидеть с тобой в лагерь вперед в 2011 году. И вообще просто общаться после этого. Ты реально была для меня всегда поддержкой, вдохновением. Мне очень была рада видеть, как ты служишь, как ты относишься к служению. И ты всегда меня подбадривала в то время. И я очень рада за то, что ты есть, и вот тебе уже 18 лет, ты уже взрослая. И я всегда радуюсь, когда встречаюсь с тобой, когда, помню, всегда радовалась, когда ты приезжала в Слоним. И ты очень классный человек, очень ценный, очень творческий, просто замечательный, просто вообще мега-супер-класс. И пускай Бог благословит тебя во всем. С днем рождения! Да. С днем рождения поздравляю! Счастья, радости желаю! Кушай тортик, не толстей, не забывай своих друзей. Короче, Надюха, с днем рождения тебя! Всего тебе самого хорошего, божьих благословений. Надя, мы так давно не виделись, надо встретиться и позови меня к себе в гости. Вот. И что-то у тебя кучеряшек, походу, больше стало. Ну ладно. Короче, все, с днем рождения тебя. А. Надя! Днем рождения! Вот, сейчас я и Галина, мы хотим поздравить очень важного, особенно для моей жизни, потому что она просто, понимаете, ага, разговоры, общение. Короче, поздравить мою лучшую подругу, Надька. Надя! Мы тебя поздравляем! Мы просто не можем выразить всю ту любовь, которую мы хотим выразить в этом видео. И очень рады, что ты есть у нас, что мы тебя знаем, и то, что я могу с тобой делиться обо всем. И просто ты открытый, классный, добрый, веселый, офигенный человек. Просто, Надя, ты вообще мега просто супер. Я очень люблю тебя, и я очень рада, что именно ты, и никто другой, именно моя лучшая подруга. Спасибо тебе, Наталья. Да, спасибо, даже вот я, насколько тебя знаю, спасибо тебе за то, что ты вот всегда была даже твоя строгость со мной, это вот мне очень помогло. Спасибо тебе за время, вот с каждым временем. Напомнишь про волосы, это вообще спасибо было классно. Спасибо тебе, что ты была все время рядом, и то, что ты поддерживала, то, что ты ни на минуту не оставляла, да? Да. И вот Рилек сейчас это даже пример того, что спасибо тебе, что ты сейчас вспоминаешь, не забываешь о нас, и то, что вот спасибо тебе огромное, то, что ты рядышком, и ты вот так. Да, мы очень тебя любим. Я очень рада, что ты есть в моей жизни. Да. С днем рождения! Люби тебе! Just going and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants